В Севастополе и его окрестностях начался ромашковый бум. Поля в Байдарской долине как будто покрыты молочной пеленой. Такого обилия этих солнечных цветов сложно припомнить. Возможно, на это повлиял холодный и дождливый май, из-за которого лето в Крыму сейчас только наступает. Цветы подступают вплотную к дороге и к горам. В этом году ромашка высокая, обычному человеку по пояс. Ромашковые поля, как лавандовые и маковые, традиционные места для проведения фотосессий.